Всем привет, с вами канал Bon Appetit, меня зовут Вика. Я сейчас в Риме, нечаянно оказалась. Тут очень много всего вкусного, очень много всего красивого. Я попытаюсь посмотреть, найти что-нибудь вкусное и потом вернуться домой и приготовить это вместе с вами. До встречи! Ever so often I might fall over to the left and to the right. I never could hold on, no matter how hard I try. Stumble, tumble, fumble. Maybe next week and maybe next month. Now I know I'm no Picasso, but I feel like a blue soul. Era passare la luce per fare pace e la felicità, felicità, da-da-da-da-da. Всем привет, друзья! С вами Bon Appetit. Вы, наверное, скучали, поэтому сегодня с вами Вика. Я недавно была в Италии, в Риме, если говорить точно. Обожаю итальянскую кухню. Все, что касается десерта, выпечки, сладкого, в общем, вариантов масса. И хочу этой любовью поделиться с вами, как бы это ни звучало банально. Поэтому сегодня у нас день итальянской кухни. Сегодня у вас есть очень крутая возможность. Вы можете вместе с нами выбрать блюдо, которое мы будем готовить. Кальцоне или равиоли. Кальцоне — это такая пицца закрытая, с мясной начинкой, сырной, там будет очень много соуса. Равиоли — это, по сути, итальянские пельмени, только там будет такая творожная масса, она не творожная, там смесь сыров на самом деле будет. Вот, поэтому выбирайте, друзья, что бы вам хотелось, кальцоне или равиоли. Выбирайте, друзья, мы дальше не пойдем, пока вы не выберете.